Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Продолжаем с Factory. Чё-то прям вот сегодня день такой. А, не дня, да, F. День такой, что на других планетах колонии мы строим. Базы, станции, заводы и так далее. Ну, вот так сложилось. Так, ну что у нас тут? Ядерная энергия. Пом. Всё. Это у нас последний запуск. With the provided buildings and parts, you can now set up nuclear power generation, which balances an increase in fuel production complexity with improved power output. То есть всё, больше целей у нас нет. Ну, защитный костюм, да, ладно. Защитный костюм есть, ну, туда надо алюминия закинуть, и я смогу уже за радиацией ходить. Ладно. Что дальше? Капсула вернется. Давайте посмотрим, что я могу строить. Ну, собственно, атомная электростанция. Вот она. С суперкомпами. Да, будет. Я тут сделал набег на магазин. Всякого накрафтил. Так, накрафтил. Добыл до крафта. Что у нас еще? Ничего у нас больше нету. О, ну да, это радиолокационная вышка. Кстати, надо будет построить. Почему нет? 30 этих осцилляторов. Ладно. Будем иметь в виду, построим фундаменты, передвижение, тут ничего, стены, да, стены взял, с воротами, с дверями, со всей фигней. Особенное. Так, ну что ж, тогда нужно думать о том, как ядерную энергетику наладить. Люминь, кстати. Кстати, люминь. Да что ж я все на F-T? Так, 200 его надо, да? Пойдем. Зарядим. А еще зарядим, оно же не прилетело. Я так и буду, видимо, F нажимать сегодня. Выбрать цель. Да, выбрать цель. Вернется через 20 минут, конечно. Так, что-то у нас 3 деньги лежит. Вроде не особо надо. Но выкинуть что-нибудь. Этих улиток тут полно. Ты кто? Боксит. В пенте боксит. Так. Так. И эти. А еще по сутки только по 200 нет? Ага, по 200 нет. Так. Что-то надо еще выкинуть. Ну, инопланетные органы мне тоже, я думаю, не нужны уже. За каким бы хреном они мне были нужны. Так, сортировочка. Хорошо. Окей. Тут что-нибудь запулить. Ну тоже грибы, органы, фиготень какая-то. Катерий. Суперкампы, если не ошибаюсь, да? Суперкампы. Ну что ж, надо крафтить суперкампы и начинать. И надо забачиваться уже ядерной энергии. Вот тут, видите, у меня дюраль идет. Как видите, хорошо идет. Так. Да не бейся ты головой об стенку. О. Вот у меня тут работа идет, как видите. Медь уже сюда встала, больше не прет. А алюминий оттуда едет. Ну и в принципе все нормально. Хотя, возможно, у него переполнение идет, да? Нет, смотрите, нет переполнения. То есть ему бы алюминия побольше, да? Тогда мы дюралюминием все завалим. Но я не знаю, мне дюраль-то, собственно, нужен в таких количествах или нафиг не уперся. Пойдемте наладим производство суперкампов. И, если я правильно помню, там строится большая вот эта агрегатина на 4 входа. И из нее уже суперкампы полезут. Так и будем. Так, с производством дюраля все зашибись. Можно ускорить алюминиевый завод, но я пока не буду. У меня пока и так все хорошо. Так. Я шмяк меня. Да. Так. Ну, компов тут у нас обычных. Так, я понял. F опять, да. Е. Компов дофига. А что дальше? Места нет. Места не вагон. Ну, туда я отстраиваться не буду. Можно в эту сторону. Да, пожалуй, так и будет.
Не толстый фундамент. Нет ресурсов. Да, цемент не взял. Бывает. А давайте сразу посмотрим, чем еще не хватает на производство. Мне нужна вот эта четырехходовая. Нормально, есть, хватает. То есть мне не хватает только цемента, чтобы построить плиты. Хорошо. Собственно, ядерная энергетика — это последнее, что я сделаю на этой планете. С геотермалкой я сейчас заморачиваться не буду, тем более у меня тут рядом нет геотермалок куда поставить. Да как бы и не очень-то и надо. Ну ладно, сейчас вылезем, посмотрим. Она, по идее, должна быть на сканере. Надо, конечно, в лаборатории доресерчить все, что есть. Ну это ладно. Это разберемся. Так. Так, потому что меня не всосало назад. Геотермалочка, нефть, известняк, кварц. А нет, геотермалочки-то. Уран. Тоже, кстати, полезно. Давайте посмотрим, где у нас уран. За ураном надо будет податься. Ну, что могу сказать? Мне предложено курить бамбук. По части урана. Ладно, найдем. Найдем, не проблема. И я чувствую, что-то его будет возить. Либо поезд, либо что-то еще столь же. Хотя, возможно, будем и возить ее конвейерами, как и положено. Так, все, взял. А, есть уран, да? Сколько километров? 3 километра. Да что, рядышком. Кстати, в той стороне у нас и поезд туда ходит. Нормально. Ну, на 3 километра я, сами понимаете, о, далеко-то как все, 3-4. На 3 километра я, конечно, не буду строить конвейеры, это будет поезд. Станция урановая у нас будет. Хотя, знаете что, возможно, я все производство там зафигачу. Вот так, подумать, если. Хотя нет, мне туда придется ресурсы везти, не хочу. Нет, здесь будет производство. Тдых. Понятно. Если не сопротивляться, то меня бьет об стенку. Ну ладно. Так. Суперкомпы. Вот тут такой вопрос. Если я включу отсюда суперкомпы тырить. Пластика не хватает, да? Странно. А если я отсюда суперкампы поставлю тырить, у меня все не упрет. Да не, они вроде медленно производятся, не должно. Так, панельки. Сколько под него надо-то? Ну, на 3-то он растаращивается. Тут столько точно надо. А то давайте и 4. Кроме того, я подумываю, может мне туда их подать. Да нет, смысла нет подавать туда. Так. Чё разогналось-то? Слушай, я прям пошло. Так, изготовитель. Ну, 4 входа, 1 выход, сами понимаете. Вот так развернем. Так, ты у нас делаешь суперкомпы. Ну, и пластик тебе же, да ёкарный ты, бабай. Хм, а для чего-то нужны же аккумуляторы еще. Кварцевый. Альтернативный. А так, с чего он делается? Кварц-кабель, усиленная пластина. А так, резина, да? Резина, кварцы. Ограничитель интеллекта. Интересная штука. Особенно, судя по тому, что кабели-то у меня тут есть. Резина нет. А тут пластины нет. Хочешь пластина, хочешь резина. А ничего нету, да? Не очень. Нужны ли мне резонаторы в бешеном количестве? Вот в чем вопрос. Ладно, это космолифт, газовый фильтр, турбомотор. Тоже черт его знает зачем. О, ядерный топливный стержень, ты из чего делаешься?
Урановая ячейка, да, с цементом, да, с цементом. Слушайте, из барахла делается, буквально из говна и палок. Так, берем. Итак, компьютер-ограничитель. Ну вот с этим всем проблем-то нету. Так, погнали. Компьютеры. Ограничители. Где у нас ограничители? Коннекторы. Печатные платы. Опачки, а где ограничители? Там что ли где-то? Сейчас мы вас заюзаем. Ограничитель интеллекта. И обратите внимание, это собака. Печатная плата. И тут, и там. Слушай, мне это не нравится. Так, ты кто? Чё ты печатаешь? Печатные платы ты печатаешь. Хорошо. Ты чё? Печатные платы. Кто делает ограничитель интеллекта, блин? Скажите мне. Что тут вообще творится? Ограничитель интеллекта есть? А делать их никто не делает. Как все запущено. Я так понимаю. Я перенастроил все на печатные платы. Вот что. Производство. Ограничитель интеллекта. Выбор чертеж, да. Ограничитель интеллекта. Катерий. Серьезно, я же... Не, ну знаете, печатные платы, в принципе, нужны. Ёлки, сука, у меня катерия, мне смотреть на него страшно. Так. Да ёкарные вы бабаи. Ладно, давайте расширяться. Из каких у нас компонентов делается ограничитель интеллекта? По-моему, из двух, да? Да, из двух. Ладно, давайте выкручиваться. Производство ассемблер. Так, ограничитель интеллекта. Медяха и Катерий. Хорошо. Катерий тут у нас, да? Нет, тут ограничители. Ёлки. Катерий у нас тут. И туда бы его зарядить, да? Хорошо. Так, чтобы ничего не задеть-то, да? И вот так. Так, Катери пошел. Медяха, 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 медяха. Медяху как-то тут надо выгрести из всего этого. Ты куда едешь-то? Отсюда и туда. Ёлки. Как же сложно-то. Так, вот тут медяха. Медяха делится вот здесь. Ёлки, как тебя провести-то? Давай вот так. А нормально, я тут низом проведу. Возможно, она тут так и была. Я же как-то все это делал. Это все как-то работало. Так. Что там у нас? Другой объект мешает. Я могу поставить, а потом другой объект будет мешать, нет?
Ладно. Так. Вот так другой объект мешает, так не мешает. Хорошо. Че у нас тут с проводкой? С проводкой у нас тут же пенамбур. Так, там 4. Тут. Ой, ладно, ставим. Ставим куда-нибудь сюда. Что-то надо с этими проводами делать. И у меня опять по энергии будет проблема. По электричеству буровая. Да. Сверхпроволока. А чем мы так медленно едем? Сверхпроволоки. А, давайте тебя апнем. 6. То есть сверхпроволоки тут у нас не ездят. Эти. Пожалуйста. О, полетело. Сверхпроволок. Так. Ну что, ограничитель интеллекта. Только вход у него сзади. Вот в чем проблема. Я здесь вот сюда не выверну. Никак. Давайте попытаюсь, но я уже прям чувствую, что я не выверну ни хрена. Не, нельзя. Вот так можно? Можно. Так, это убрать нафиг. Что там по времени-то, кстати, вот, знаю, 16 минут уже бегаю. Так, троечка. Сюда. Что-то мешает. Я мешаю постройке. Правильно все. Что-то мешает. Все, поперли ограничители интеллекта. Окей. Дальше. Ограничитель интеллекта надо отсюда выводить. А вот так перебор будет. Как мы тебя выведем? Вот так мы тебя выведем. Вот сюда. Вот так вам перебора не будет. Хорошо, да. Так, перебора нету. Выше. Сюда. Так, ограничитель интеллекта зашел. Энергии нет. Ну, энергия это решаемо. Наверное. Вот там тебя 3. Давай сюда иди. Я еще опять останусь без электричества, у меня такое ощущение. Так. Скоростной коннектор. Ну, это просто тут забрать. Скоростной коннектор. Тут что? Печатная плата. Скоростной коннектор. Прекрасно. Погнали. Так, до суда где-то. Скоростной коннектор и пластик. Вот с пластиком у нас беда. Я, конечно, пытаюсь его отжать. С пластиком у нас реально беда. Видите, сколько у нас пластика? А почему? Даже не знаю. Почему-то. Так. Ну что, ставим делитель. Потом, ну, видимо, в конец серии пойду разбираться с пластиком. Что-то какая-то хренотень у нас с ним.
Хорошо. Вот тебя колбасит. А, мне ресурсов не хватает, все нормально. Все нормально, все хорошо. Пошел за ресурсом. Опять металлические пластины кончились. Да. Почему такая беда с пластиком, непонятно. Ну, надо на химзаводе смотреть, что там не так. Очень странно, но... Что-то его потребляет в бешеном количестве. Ну, или не потребляет, либо произвожу мало. Надо смотреть. Возможно, там переполнен какая-нибудь бочка с мазутом, что-то такое. Так, тут пластика вон навалом. Не уверен, что он мне тут нужен, но он тут есть. Вон он лежит. А давайте я его возьму. Сортировка. Вот так вот. 200 шахну. И пусть будет. Блин, они сейчас сюда будут забираться. Не подумал. А он сейчас сюда пластик сосет, вот в чем дело. Так, побежали отсюда. Так, а где стоит моя машина? Бокс 3, электровоз, понятно. Исследователь там стоит. Хорошо. Текущая цель — защитный костюм. Ну, блин, надо будет запустить. 18 минут прошло уже. Надо было запустить еще раз. У меня был бы сейчас защитный костюм от радиации. Ну, в принципе, ладно, не горит. Ну вот так вот. Я этим движком реактивно скомпенсировал, и все. И убежал. И не врезался ни во что. Так. Троечка. Так, 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 вот так. Давай. Поехало. С поехалом нас. Так, и... Ну, пластик, да, но тут его практически не будет. Окей. Ну и сами понимаете, суперкомпьютеры. Мы их просто выведем вот сюда. И будем сюда за ним приходить, потому что их нужно мало. Вроде как мало. Ну, вряд ли я что-то прям буду из них такое строить, складской контейнер, так иди сюда. Давай вот так. Отлично. Ну, и, как видите, с пластиком у нас жопинамбур, поэтому пойдем выяснять эту проблему. А что у нас по пластику? Так, исследователь тут где-то стоит, вот на нем поеду. Потому что напрямую у меня нет тут, туда ничего ездящего. Тут что выпало? Кремнезем. Зачем мне кремнезем? Мне не нужен кремнезем. Сортировочка. Так, отлично. Ну что ж, на исследователя. На исследователя и ехать. Да, блин. Потому что труба у меня ведет максимум. Хе, так и валяется. Я продолжаю, блин, на F нажимать. Труба у меня ведет максимум до медной фабрики. Это... А это не то немножко, что надо. Да ладно. Блин. Езжай, езжай. А нам нужна топливная. Так, и, как видите, тут тоже вот всосало пластик. Пластика вообще, вот, рыдание. Это плохо. Бум. Так, ну
что, мои нефтедоллары, вы производитесь? О, ну да, в принципе, пластик-то вот туда вот канистром стоит. Давайте смотреть. Ничего не так. Пластик. Он едет сразу нескольких агрегатов. Он просто медленно делается, да? Стоит. Я так понимаю, мазут не уходит. Мазут. Ну пойдем смотрим, блин, мазута. Из переполнения цистерны. А, это скорее всего так. Топлива нет. Мазут, мазут. Топливо, кстати, тоже до хрена. Да, много мазута. Ну что ж, давайте думать, что мы делаем из мазута. Сырая нефть тут идет. Из мазута мы делаем... Так, погодите, ты отсюда уходишь тоже в цистерну. А у тебя что, выходов нету? У тебя только входы. Ты что делаешь? А, вот она кокс делает. Ну, тоже вариант, кстати. Мазутный кокс, или как он там называется. Да, его можно ускорить. Можно сделать еще один такой, который делает мазутный кокс. Что у нас тут? Уезжает. Ладно, это один вариант. Мазутный этот кокс уходит... на производство... Вот топливо. Вот это то, что надо. Но топливо у нас до хрена. Значит, что? Значит, нам нужно потратить топливо. Потратить топливо можем на электричество. Тут без вопросов вообще. Да, сюда я не очень хорошо поставил. Это ладно. Так, давайте вот... Вот на электричество потратить, это вот вообще красота. То, что надо. То, что доктор прописал. Вот так. Я прям заряжу, наверное, еще два. Две этих станции. Ну, если будет из чего. А что мне не будет из чего? Я за ресурсами съезжу, если не будет. Хотя, может быть, спросите, при таком количестве энергии, а нахрена ж мне еще ядерная станция? А что было? Да, прям две электростанции бабахну и все. Так. Еще, наверное, ряд. И ноги поставлю под нее. Ну, чтобы смотрелось нормально, как будто это платформа. Хотя ресурсов на две электростанции мне, наверное, не хватит. Я с собой немного брал. Взлет. Электростанция. Атомная, конечно. Топливный генератор. Фреймов нет. Ну, я же говорю. Так, а насколько у меня фреймов нету? Это есть, это есть. Проволоки катериевой тоже нету. Все. Погнали. То с топливом все хорошо у меня. Для ранца. Ща наладим. Ща наладим, не так все хреново, как я думал. То есть я не буду еще пытаться все разобрать. Так, мне не хватает катериевой проволоки и фреймов. А, фреймы на базе. Катериевая проволока на заводе на том. Вот это я хорошо прилетел. Просто вот, блин. Красота. Поезд не едет меня давить. Ну ладно, погнали.
на базу, а туда явно транспортом. В принципе, все логично, почему не работает. Разрабы не зря все это усложнили. Видите, у меня получается один ресурс производится, не расходуется, второй тоже встает из-за этого. Так, а знаете, что я сейчас сделаю? Коттериевые проволоки, сотку. Ага. Смотаюсь с коттериевой проволокой, и мы сейчас зафигачим мне костюм радиационный. Так. Сортировочка. Значит, фреймов надо, да. Дюраль там хватает. Дюраль просто вот пачками идет. Я думаю, дюраль я усиливать не буду. Возможно, у меня поезд там впустую корячится. Ну, ладно. Так. Я, как всегда, спасся. Так. Сейчас зарядилось, да, двигло, пошли. Так. Еще коттерия хапнем. Смотрите, идет работа-то. Так. Пятихатку. Давайте еще пятихатку. Так, тут больше ничего не надо. В трубу. Так, ну там все нормально. За исключением того, что пластика нет, все хорошо. С алюминием просто поток. Мне кажется, из алюминия будет делаться что-то для радиации. Но я сейчас в крафте что-то не увидел. Для радиации, для атомных станций. Но я что-то в крафте не увидел. Вообще ощущение, что сюда еще много чего будут присобачивать. Потому что турбомотор не использован. Так, резина. Раз, два. Три. Давай хоть как-то вот так. Сейчас засунем в эту. Да, опять F. Конечно. Запихали. Запихали соточку. Люминь. Цемент я прям выгреб, он так и летит. А слушай, не так много алюминия-то у нас улетело. Прилетело, вернее, не улетело, прилетело. Люминь. Запуск. Ну и все. Все майлстоуны достигнуты. Ладно, далее. Мне нужны хэви фреймы. Дайте парочку. Очень много у меня всего по карманам лежит, конечно. Очень много. Ну тут ничего не попишешь. Так. Коттерия мне столько не надо. Давайте пятихатку сюда зарядим. Пусть ее пилят. Так, все, нормально. Все, взял, погнали. Машина у меня почему-то до сих пор ездит на угле, хотя могу на топливе. Ну ладно, ездит и ездит. Ой, елки. Прям не приткнешься, не проедешь. А тут проедешь. Нормально. Красный рассвет, блин, пожалей мои глаза. Ну, в общем, отнюдь у нас в этой серии не ядерная энергетика, у нас в этой серии суперкампы. Ядерной я, видимо, в следующей займусь. Скрафчу костюм и поеду осматривать достопримечательности. А именно, что там у нас в 4 километрах, там где уран. Ну, видите, урана нету. В общем, проблема. Рядом урана нету. То есть мне реально далеко надо будет переться. Это плохо. Так, полетели. Парю как горный орел. Так. Топливный генератор. Трубу туда.
Это у этого топливного генератора так. А у этого трубу... Слушайте, я не знаю, куда у этого трубу зарядить. У него, по идее, трубу сюда. Ну, в смысле, туда. Туда. Ну, это по идее, 5. А, нет, сначала тройник надо поставить. Вон там. Так. Организация логистика. Логистика. Давай, ставься. А что там у тебя? Ну вот тут можно, а тут не очень хорошо. Вот. Блин, тут насос какой-то стоит. Давай так. Хорошо шмякнулся. А у меня есть какие-то блатные такие сплялки для всего этого есть? Нету. Нету. Жалко. Я думал, у меня есть к стене, которые крепятся. Они теоретически есть, но я их не купил. Есть. Жесть, как она есть. Готово. Я стоять. Зашло. Идем дальше. Тут что у нас? 4? Сколько их тут? Не знаю даже. Ладно, делаем. Делаем так. Делаем так. А вот так можем. Прекрасно. Сюда осталось трубу. С трубой... О, с трубой вообще все великолепно. Есть куда присобачить. Так, как-то мне тут надо устроиться. Нельзя, да? Ладно. Спорить даже не буду. Вот так можно. Тут с невыручением. Красотища же. Оп. Фигачите. Так, топлячок пошел веселее. У меня прибавилось электричество. Топливо пошло веселее. Знаете, у меня сильное желание поставить еще 2. Давайте так и сделаем. Нельзя противиться своим желаниям. Так, вот так. Еще ряд. Опоры ставить не буду, а он там нормально смотрится, потому что опоры здесь есть. Не хватает ресурсов, да? Ладно. А для электростанции хватает. Я же еще сюда приду. Угу. Резины нет. Ну, резины такой резин, я прям тут могу хапнуть. Наверное. Я не знаю, что. С накоплением этого крайне полезного и ценного ресурса. О, смотрите, пластик попер. Смотрите, он летит. Так, что тут? Пусто тут, ладно. Во. Это он ускоренно фигачит, потому что там... Они же складываются из нескольких. Ну, я бы не сказал, что он прям... едет. Он не стоит, он прямо идет. Нормально. То есть пошло топливо в электростанции и сразу, видите, освободилось, сразу пошел пластик. Ну, мазут-то как-то не оскудел на самом деле. Сейчас бегу посмотрю, что точно творится. Да, но он примерно с той же скоростью уходит. Топливо. Может быть, топливо. Ну, топливо колбасится так. Видите? А убывает, кстати, смотрите, оно убывает. 375, 73,
перестал убивать. 72. 74, 75. Нормально у него бывает. Все путем. То есть наш завод... Да, крафтит. Ну, крафтит, в общем-то, непрерывно. То есть он не стоит. Но мазут уходит. Проредили мы мазутину. Тут понятно. Ну, пластика стало больше. Я поставлю еще две электростанции топливных. Будет вообще совсем зашибись все. Так. Ну ладно, я прилечу. Кстати, самое время... А, я не возьму сколько надо по одной простой причине. Не сотку же мне брать топливо. Хотя, чё нет. Тыц. Сейчас это... Ну, она, правда, и пластика отожрёт. Ну ладно. Так, ну что ж, проблема с пластиком мы вроде решили. Стало все бодрее намного. Намного, но бодрее. А, что нужно? Нужно сюда еще два электрогенератора поставить. Резины нет. Два. А это моторов надо. Мотор и резину. Сейчас гоняем. Что по времени? 41 минута. Уже пора закругляться. Давайте тогда не поеду я. Я тут устроюсь. Потому что если я буду стоять у нефтезавода, я вспомню, что я хотел топливные генераторы поставить два штука. И мне нужен для этого цемент и... ну, короче, все, вот что, что, все, что я хотел. Все и нужно. Цемент, фреймы и моторы. Забуду, не забуду. Надеюсь, не забуду. На этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.